К другим темам. В Якутске завершился республиканский молодежный слет профессиональных образовательных организаций республики «Старт-2016». Он был посвящен году российского кино. В мероприятии участвовали представители более 20 учебных заведений со всей Якутии. В течение 3 дней прошли различные семинары, лекции, круглые столы и тренинги. Слет завершился конкурсом «Мисс и мистер профессионального образования». Мне очень радостно видеть массу молодых людей, энергичных, готовых работать, готовых поделиться опытом, посоревноваться. Хочу поздравить финалистов конкурса, вышедших в финал, и предвкушаю увидеть удивительное и колоссальное зрелище. Наши ребята принимали участие в конкурсе, мы очень рады этому. Конкурс проходил в несколько этапов, и эти этапы прошли. И я очень рад, что представители Якутского института водного транспорта также будут соревноваться наравне с представителями других учебных заведений.